Продолжаем снимать ролики про Заринский. Еще одна остановка. Показательная тема про стройку. Еще неделю назад вот этот дом здесь стоял, ну, фактически каркас такой голый. А сейчас они уже его обшили. И смотри, уже вот теплоизолятор начали накладывать. Внизу вот этот бетонный бейсмент, нижний этаж бетонированный. А верхняя часть делается такой легкий из деревянных конструкций и, соответственно, новые композитные материалы. Ну и крышу, смотри, уже начали тоже обшивать утеплителем, значит, скоро закончится. То есть вот за неделю вот такой вот домик уже построили. А здесь вот готовые домики рядом, которые стоят. Вот так он будет законченный вид смотреться. Или вот так вот. Оставайтесь с нами и продолжайте смотреть наш канал.